Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Любите газету. Неиссякаемый источник кульков для семечек. Илья Олейников, Юрий Стоянов. Городок номер 47. Срочно в номер. Ну, что пишут? Ну, укормила власти. Где? Ну, вот. А. Уже пятый месяц губернатор нашего городка не получает зарплату. Ну, просто не хочет. Ну, нет. Как заявил губернатор, он вообще денег не берет. Вот так, да? Ну, да. Как я сегодня? Хорошо. Симпатично. Да, хорошо, хорошо. Господа, слово для краткого сообщения о положении в области имеет наш губернатор. Ну что говорить? Положение в области просто катастрофическое. Только в этом году наша область недополучила. По деньгам, это цифра, которую я знаю просто наизусть, 1,8 триллиона рублей. По лесоматериалам недополучили мы сколько? 30 тысяч километров. Это с вагонкой. С вагонкой, да. 30 тысяч. И по, значит, по топливу, там бензин, солярочка, мазут. 5 или 6 составов мы недополучили? 7. 7 составов. 7. У вас все? У меня все. Ну, я думаю, что все-таки хотелось бы узнать, а где же это все? Где? Я же ясно сказал. У меня все. У меня. Новости медицины. Вижу, в продажу, наконец, поступила новая кремлевская таблетка. Поздравляю. Она полностью нейтрализует действие старой. Пожалуйста. Угу. Что такое? Извините. Да садитесь, пожалуйста. Спасибо. А что это такое? Прошу прощения. А ну встаньте на секунду. Угу. А ну сядьте. В правом левом.
Да. Ну, в общем, дело в том, что я футбольный судья. Так. Вот. И, значит, во время матча... Что такое? О, прошу прощения. Ну, в общем, во время матча я проглотил свисток. А, вот оно. Давайте посмотрим. Извините. Прошу прощения. Извините. Прошу прощения. Извините. Ой. Извините. Ну, так сказать, еще страшного. Да? Да, он со временем потихонечку сам и выйдет. Так в том-то все и дело, доктор. Он почти уже весь вышел. Ой, извините. Ну, как бы это объяснить? Застрял. Новости культуры. Подвиг пианиста. Да. Несмотря на многочисленные просьбы зрителей, концерт все-таки состоялся. Волнуюсь. Да иди уже, уйди с Богом. Сейчас, когда наконец-то стихли эти овации, мне хочется сказать вам добрый вечер. Мы открываем наш музыкальный салон. И пусть те, кто не сумел прорваться сегодня сюда, горько пожалеют об этом. Ибо сегодня нам предстоит встреча с удивительным музыкантом, человеком, семьянином, дружбой с которым, кстати, я очень дорожу. Выступает выдающийся украинский, как он сам себя называет, клавишник Панас Гапонович Тарас. Прошу, Панасе. Прошу. Дома завелися. Мыши. Ну? Ну, я мышеловок поднакупив. Ну? Ну, жінки отдав. А что, что? Шо, шо? Эта дура туда сало понапихивала. А вот официальная хроника, видишь? Угу. С сегодняшнего дня в государственных учреждениях запрещается не только курить, но и пить. Для этого отводятся специальные места для курения. Угу. И для алкоголизма. А где это? Ну, это я от себя. А, шутка. Ну, в общем, да. Ну, что вы стоите? Проходите, в ногах правды нету. Извините. Ну? Понимаете, у меня проблема. Ну, понимаю, у всех проблемы. Не, у меня с квартирой. Да, да, у всех проблемы с квартирой, у всех. Ну, короче, тут такая тема. Есть очень хорошая квартира. Оправ у меня на нее... Никаких. Вот и все. А получить, конечно, очень хочется. Ну что, конечно, хочется. Так. Если бы, конечно, с вашей, как говорится, типа помощью там. Так. Ну давайте для начала закурим.
Городок номер 47. Срочно в номер. Новости эстрады. Куда едет на гастроли мальчик? Ну и куда? На гастроли. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-тау. Мальчик хочет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. А мальчик едет в Тамбов. Ты знаешь, чики-чики-чики-чики-та. Мальчик съездил в Тамбов. Ты знаешь, чики-тики-тики-тики-та. А мальчик съездил в Тамбов. Ты знаешь, чики-тики-тики-тики-та. Так, жизнь замечательных людей. Удивительная рядом. А, вот. Впервые в истории российский политик выполнил свое обещание. Молодец. Владимир Вальдемарович, лидер одной из думских фракций, был очень честным и порядочным человеком. И если чего обещал, выполнял обязательно. Так, подходим, товарищи. Пожалуйста, не стесняемся. Пожалуйста, welcome, please, пожалуйста. Инди, Руси, хай, хай. Ты подумал, что ты сказал, подонок? Ты подумал, что ты сказал? Что ты сказал сейчас? Пхай, пхай. Какой хайм? Какой хайм? Это русский человек. Какой хайм? Русский человек. Говори, что ты хочешь? А что вы здесь делаете? Я обещал, что я буду мыть сапоги в Индийском океане. Я обещал, что буду мыть в Индийском океане сапоги. Обещал. Все. Я их мою. Я их мою. Вот, пожалуйста. 8 пар уже. Вот. 8 пар с утра помыл, пожалуйста. Пошел вон отсюда, я тебе сказал. Пошел вон, подонок. Подходим, товарищи, пожалуйста. Недорого. Из истории выдающихся изобретений. Гениальные идеи приходят в голову неожиданно. Не только в голову. Соединенные Штаты Америки, город Детройт. Здесь в 1903 году жил и работал выдающийся американский инженер Генри Форд. И было у Форда 6 любовниц. Однажды они пришли к нему одновременно. Все 6. Так находчивый американец изобрел конвейер. О, про спонсора. Что такое? Похлопай. Что сделай? Похлопай. Браво, 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 браво. Лучше? Значительно. Для вас, ценители искусства. Вчера в городке была открыта картинная галерея. Причем ночью и при помощи отмычки. Ты? 4. Расцветай, солнцем грузия моя. Открой, я говорю, маме, что будет, слушай, а? Что будет? Что ты делаешь? Художник Ван Гогия. Нога лица кавказской национальности. Ой, как пахнет, ой, как пахнет-то. Ой, как пахнет-то. Ой, вот тю-тю-тю-тю-тюсечка, тю-тюлечка. Ой, как пахнет, ой. Ой, тю-пушка, тю-тю-тю-тю-тю. А, как пахнет, ой, как пахнет-то. Вот, вот, вот. Ой, как пахнет, пахнет-то. А, вот еще так. Ну-ка, Ваня,
Иди сюда, дружок. Иди сюда, Вань. Здорово, Баба-Яга. Здорово, счастье тебе-то. Фу. Ой, гадость какая. Ну, фу. Ой, чем пахнет? Фу. Известно чем. Русским духом. Ой. Ой, мамочки мои. На. Лосьон «Русский дух». Лучшее средство от баб. Вести с полей. Крестьяне вышли на поля страны. Уже хорошо. А дальше что? Дальше. Ужас! Ужас какой-то! Сапай. Засыпаю. Да сапай давай. Засыпаю. Ну быстрее сапай. Куда быстрее? Ну так вот быстрее. Ну сапай давай нормально. Куда быстрее? Ну так вот быстрее сапать надо. Сапай. Что такое? Устал. Что ты сказал? Ты устал? Устал. Ты пересапал. Пересапал. Ты переработался сильно, да? Пересапал? Пересапал. Что ты там ручонками своими, как хорек, сучил? У тебя же проку нет никакого, ни днем, ни ночью, никакого нет проку. Устал он. А почему Сидоров не сапает? На шестой участок смотреть. Откуда это? На шестой участок смотри. Ты не знаешь, почему он не сапает? Не знаю. А я тебе... Он сапал. Он очень хорошо сапал. Не то, что некоторые. Он досапался, он нашел клад. И сдал государству этот клад. И 25% получил Сидоров. Поэтому Сидоров может не сапать. А ты будешь сапать. Сапать будешь, хорек ты. Сапай. Что такое? Тихо. Тихо. Я что-то нашел. Мина. Вася, мама. Васенька, ко мне, ко мне, ко мне, Вася. Ты, солдат, хорошо ищи, хорошо. Господи, ты заткнешься когда-нибудь или нет, в конце концов? Вася, а вдруг там не только мины? Может, там что-то еще есть? Нашел! Во! Ну, давай, на огород. Давай, лучочку нарежь, редисочки. Давай. Зачем? Ну, человека что кормить надо. Давай, быстренько. Получай, хозяин. Опаньки. Так. Опаньки. Слушай, А сколько нашел-то, а? Всего 4 штуки. 4? Да. А где четвертая? Так по закону же, все, что найдено у тебя на участке, 25% твои. Срочно в номер. У дома номер 21 по улице Мичуринской снимался прикол. Сюжет прост. Муж возвращается неожиданно из командировки и заглядывает в окно своей квартиры. По ходу съемок не пострадал никто. Вот это мое окно. Я хотел посмотреть, что там. Разбил очки, к черту мать. Без очков ничего не вижу. Слышу голос жены и какого-то мужика. Что за мужик-то мне рассказать? Не бойся, можешь смотреть смело, там не видно ничего. Подойди сюда, тут слышно, не видно тебя. Только не есть. Ну, посмотри, что они делают там. Посмотри, что она понимает. Все равно, страшно мне, что-то я чувствую. Что они делают? Вот они что делают? Бухают? Ну, что они делают-то хоть? Ну, ты можешь мне сказать, чтобы я их уже накрыл все? Ну, сидят. А? Сидят, бухают. И все? Больше ничего не делают? Пока да. Он ее не обнимает? Пока нет. Ну, посмотри. Пока не обнимаешь. А, вон. Чего? Ну, протягивает к плечу. В смысле, что к плечу? Ну, плечо гладит. Ее? Ну. Она в халате или в платье? В халате. В халате? А он? В рубашке. Без рубашки он? Плане третьего. Ага, здрасте, приехал я. Сейчас я вам поналиваю. Подожди, поналиваю. Ничего не было, я тебе говорю, ничего не было. Слушай, вон люди видели. Скажи, человек видел, стоит, видел все, что вы там делаете. Алло, с сумкой, иди сюда.
Не, ну что он видел? Ну скажи. Да ничего. Что он видел? Кто там сидит? Мы посмотрели. Я говорю, мой мужик там сидит. Ну и что? Так, что ты видел? Что ты видел? Я говорю, ничего, сидят в столу. Так. Ну, а еще. Он видел, что я футболку снял? Нет. Нет? Я сказал, что в темной рубашке. Если ты летишь, мы не рассмотрели. Все. Сидят ли это все? Все, ничего, да? Да. Точно ничего не видел. А что ты? Вот что он делает? Я же посмотрел, что это я. То есть я ничего не делал, да? Нет. Ты ничего не видел? Я сказал, что ты это самое, что ты разговариваете и показывал рукой. Все в порядке? Да. То есть ничего не сказал? Ничего. Точно. Ну, смотри, я тебя увижу. Да ну брось, я тебе говорю, мне еще не хватает. Ну, смотри осторожнее, да? Ну, конечно. Ну, давай. Да ну, а чем ну, все, давай. Удачи. Тихо, ты там сильно. Да, конечно, конечно. Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче Городок. Любите газету. Неиссякаемый источник кульков для семечек. Илья Олейников, Юрий Стоянов. Городок номер 47. Срочно в номер. Ну, что пишут? Укормила власти. Где? Ну, вот. Уже 5-й месяц губернатор нашего городка не получает зарплату. Да просто не хочет. Ну, нет. Как заявил губернатор, он вообще денег не берет. Вот так, да? Ну, да. Как я сегодня? Хорошо. Симпатично. Да хорошо, хорошо. Господа, слово для краткого сообщения о положении в области имеет наш губернатор. Ну что говорить? Положение в области просто катастрофическое. Только в этом году наша область недополучила. По деньгам, это цифра, которую я знаю просто наизусть, 1,8 триллиона рублей. По лесоматериалам недополучили мы сколько? 30 тысяч километров. Это с вагонкой.